Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Prankster, и сегодня мы играем в игру Call of Duty Black Ops Cold War. Сетевая игра и режим сетевой игры охота. Если вкратце и своими словами, то получается так, что синяя команда становится жертвой, то есть превращается в один из предметов, который должен маскироваться на карте, а вторая команда ищет эти предметы просто и должна его застрелить, этот предмет. Короче, рассказчик из меня не очень хороший. Вот, поэтому лучше смотрите сами. Вот смотрите, я могу вот два раза изменить. Вот, я типа вот горшок какой-то, не горшок, мешок с цветами. Собственно, мне нужно спрятаться, мне для этого еще осталось 17 секунд. А команда противника, то есть противоположная команда, должна... Если он застрелит меня, это будет очень плохо. Вот, я проиграю. Можно делать обманки. Блин, здесь она точно стоять не должна. Здесь меня сразу засекут. Обманка L1, то есть сюда. Могу перемещаться, то есть можно, например, бегать от них. Самое такое, что в голову бросается больше всего, это в курицу, превращение в курицу. Здесь курица на карте, в принципе, может быть много. Поэтому, если ты замаскировался курицей, то тебя найти будет очень сложно, собственно. Вот это, на мой взгляд, вот это самое безопасное место, собственно. Потому что противники, они идут, знаете, куда? В центр карты начинают вот искать издалека. А у себя под носом они редко ищут. В принципе, если здесь стану, в принципе, по-моему, нормально. Вот. Я могу зафиксировать и начать осматриваться. Ну, вот так зафиксировать. Осматриваться. В принципе, по-моему, выглядит так, как и должно. Хотя... Вы последняя жертва. Держитесь. Блин, я последняя жертва. Вот это самое страшное, что когда-либо... Вот передо мной вот эти белые мешки. Я думаю, он ничего не заподозрит. Жалко, что вот этот звук... То есть мой предмет сам издает такой звук, такой свист, привлекая противника. Это самое такое... А времени у нас сколько? 2 минуты 30 секунд мне надо продержаться. Я реально боюсь, что я не смогу. Блин, не дай бог, они сюда идут. Да. Все, хватит. Заметили. Они просто, знаете, когда часто играешь, ты уже знаешь, под какие предметы могут быть замаскированы. Вы видите, под доску. На этот раз карта The Pines. Собственно, задача жертвы — найти укрытие и прижаться до конца раунда. А задача противоположной команды — найти эту жертву и уничтожить, точнее, все жертвы. Собственно, давайте приступим. Погнали. Знайте и уничтожьте все замаскированные жертвы. А, вот я вижу одну. Где твоя мать? Она поменяла форму. У нас один АФКшник. Блин, где она, ё-моё? Она опять же поменяла форму. Видите, ребят, как ускальзывает? Прямо из-под носа. Это ложная цель была, обманка, ладно. Я просто знал, что они по телевизору умеют маскироваться. Так, интересно, где они могут быть? Любимое место вот здесь что-то прятаться тоже. Догадываюсь, что здесь какая-нибудь несуразица стоит, типа там какого-нибудь ванной комнаты. А, вот я увидел его.
Уничтожил. Он пытался сменить форму, но я, собственно, его нашел. Нет, это обычное. Так, надо думать. Думать надо. Во-первых, какие еще места есть? Лестница. Лестница под подозрением. Нет, не она. Вот эта лестница нет. Так. Тупо бегать, стрелять по всему подряд я, конечно же, не буду. Это бессмысленно. Так. Вот он был. Ну, собственно, что здесь может делать этот игровой автомат? Вообще, что за это? Так. А вот. Нет, не она. Ладно, повезло ей. Так, собственно. Здесь у них есть такое место, не знаю, зайду я туда или не зайду. Я просто локацию не очень хорошо знаю, прям. Коптерка, короче. Я не знаю, где она находится. Одна жертва. В коптерке можно, знаете, вот красная такая здоровая лестница раскладная стоять. Гидравлика. Че это, кто это был сейчас? Время уходит. Усилить натиск. 30 секунд, это очень мало. Это была ложная цель, не факт, что оригинальная цель выйдет так же. Так. Мне кажется, я уже проходил мимо нее много раз. А что у нас тут такое? А вот не она. Ничего, товарищ, мы их еще победим. Блин, да не она случайно вот эта лестница. Он замаскировался под пианино, походу. Смена сторон. Ладно, теперь на моя очередь маскироваться. Наша, точнее. Поисковой группе уничтожить вас. Так, это что такое? Что речь, не пойму. Надо, блин, знаете, куда-нибудь подальше. Давайте изменим. Блин, больше изменять нельзя. Интересно, смогу туда пробраться незамеченным? Вот. Ну, более-менее, я не знаю. Насколько хватило. Вообще, он должен был на ту обратить внимание. Это ему не показалось странным? Вот, кстати, все обращают внимание, тоже это внимание вообще. Кстати, вот я поставил, но оно более-менее реально наблюдательно. Ну, все. Все-таки он решил. Ну вот это, конечно, тоже. Они не успевают спрятаться, поэтому начинают дозировать. Кто-то скажет, что это какой-то скучноватый режим. Да, относительно командных перестрелок, относительно зомби-режима с бесконечными волнами зомби. Это реально карты скучным. Но это же интересно, друзья. Кому-то не нравится, например, слишком много. Или, знаете, например, бывает тоже, играешь... Очень много динамики, очень много динамики, и хочется просто отдохнуть, и вот это прям идеальный вариант.
Он один остался. И тянет наше время, ребят. Тянет наше время. А пропускать я это специально не буду. Видео все пойдет, потому что это часть игры. То есть... это часть реальной игры. Часть победы. Или часть поражения. Рядом крутятся и не могут. Не могут понять. Блин, я тоже хотел бы превратиться в коробочку. А с другой стороны, ликвидаторам очень тяжело так обращать на все внимание. Она, кстати, быстрее человека. Быстрее человека намного. Ну не намного, в полтора раза. Они его ослепили, и поэтому он замедлился. Поэтому. Видите, он его ослепил. А так бы он убежал, Поменять свою форму он бы уже не смог, потому что он уже использовал их. Погнали, ребят. Найдите и уничтожьте замаскированные жертвы. Вряд ли они где-то здесь могли затаиться. Они, скорее всего... Хотя... Кто знает. Вряд ли бы они рискнули бы сюда прийти. Учитывая, как плохо они маскируются. Чё он в воздухе завис? Сам меня оглушил, еще и в воздухе завис, вот дурак. Ну, блин, как? Вот куда он пропал? Какую форму он взял? Твою мать, а? Вот он. Я же помню, что здесь не стояло его. Так. Вот эти доски тоже обманчивые. Польные доски бывают некоторые обманчивыми. Вот она, коптерка. Нет, это не она. Так. Что-то такое движение сейчас видел, нет? Или мне показалось? Это обманка. Да, это ложная цель, я так и думал. Это тоже. А, нет. Походу, у нас две лестницы. Бегом, 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 бегом. Куда нам было деться? Твою мать, куда она делась? Сюда же пошла? Так, наблюдаем, наблюдаем. Вот, вот, смотрите. А-а-а, попался. А, нет, нет. Он тут и должен стоять. Ладно. Твою мать, это выпустили из-под носа. Кажется... А, вот она. Вижу, вижу, давай, 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 давай. Где она, где она? Херня, блин, а. Координаты отмечены. Черт возьми, куда она делась? Она поменяла форму там лестницы и стала ее теперь. Куда-то отсюда. Что-то не совсем понимаю, откуда она меня оглушила. Реально, 37 секунд, блин, мало. Вот когда ждешь, кажется, долго. На самом деле, времени там вообще не хватает. Остались последние секунды. Она уж, скорее всего, ушла отсюда. Блин, а вот это не он? Нет, не он. Блин, мы проиграли.
Блин, это опять не одна. 5 секунд. 4, 3, 2, 1. Все, хватит. Забирайте убитых и эвакуируйтесь. Ну, собственно, такой вот короткий был обзор. Здесь. Так, я думаю, это был последний раунд. Ну да, вот видите, она прям за ним шла. Прям за ним шла. Все, ребят, всем спасибо за просмотр. Сегодня мы познакомимся с этим режимом. Режим, в котором можно отдохнуть от других режимов. Все, всем спасибо, ребят, за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. Я читаю абсолютно все. Все, всем спасибо, всем пока.